Кировске в прошлом году женились в два раза чаще, чем разводились. Очень популярным для регистрации молодоженов стал праздник всех влюбленных. Сегодня свои подписи в книге бракосочетаний поставили 7 пар. В день Святого Валентина в ЗАГСе побывала Арина Когелева. Пришла Новолоцкая, а выйдет Беликовой. В вопросе смены фамилии Алена придерживается классических взглядов. Жена за мужем. Без пяти минут супруг этим горд. Но в отношении свадебных традиций молодожены отошли от классики и выбрали скромный формат росписи. Счастье любит тишину, поэтому мы решили скромненько расписаться и все. Это уже тенденция. Если раньше молодежь все-таки отдавала предпочтение пышным и традиционным свадьбам, то теперь в нашей время они отказываются от этого. От торжества молодожены часто отказываются в пользу путешествий. Алена с Максимом многолюдному застолью предпочли прогулки по Питеру. А первый семейный праздник они отметят в тесном кругу родни и друзей. В ЗАГС допущены только мамы. 14 февраля 2020 года ваш брак зарегистрирован, признан государством и обществом. С этой минуты вы муж и жена. С начала года в Кировске зарегистрировали свои отношения 29 пар. После Дня Святого Валентина в отделе ЗАГС затишье.